Такой была эта среда, 3 апреля, глазами наших корреспондентов. И в конце выпуска уже традиционные хорошие новости от кировчан. Сегодня люди поделились с нами планами на этот весенний месяц. Поделитесь вашими планами на этот месяц. Работаю вот здесь, в колледже. Самое тяжелое время начинается. Сессия у студентов. Работать, только работать. Надо выучить мою программу по специальности. Работать, гулять и зарабатывать деньги. Планирую пойти в отпуск во второй половине. Радоваться весне, работать, танцевать, подставлять личико солнышку. Удачно съездить на конкурс. А что за конкурс? Конкурс будет в янтаре. Всю классику, классическую литературу прочитать. В сад съездить. А что там в саду делать будете? Ну как. В апреле уже нужно там подрезать. Переехали в новую квартиру. Будем обживать.